Новые медицинские учреждения построят в Соболево и Крутогорово. Владимир Солодов намерен организовать доступную медицинскую помощь для жителей Соболевского района, так как для них проблемы, связанные с системой здравоохранения, являются самыми наболевшими. На территории Соболевской районной больницы в селе Соболево находится стационарный комплекс и поликлиника. Оба здания построены более 50 лет назад. В 2013 году в них сделали косметический ремонт, и в этом же году село затопило. С тех пор районная больница находится в аварийном состоянии. В постройках сгнили полы. При этом главная медсестра пожаловалась, что ей практически каждый день нужно ездить в другое учреждение, чтобы попасть на склад медикаментов. По ее мнению, в новой больнице все должно быть в одном месте. Глава региона дал поручение приступить к проектированию больницы, чтобы затем включить финансирование строительства в одну из программ. В поселке Крутогорово проживает около 360 человек. В этом населенном пункте есть больница, но она также находится в аварийном состоянии. Местные жители вынуждены самостоятельно добираться до села Соболево, которое находится в 100 километрах от их поселения, причем зимой дорога есть не всегда. Отдельно отмечу больницу в Крутогорово. Она находится в ужасном состоянии, и там в ближайшее время будем включать строительство станции, здания врача общей практики. Но это касается не только Крутогорова, и Соболевская больница тоже находится в абсолютно аварийном состоянии, там сгнили полы, но в данном случае проекта еще нет, будем сейчас делать современный проект, чтобы это был больничный комплекс, который соответствует всем остальным задачам, которые перед районом стоят. Владимир Солодов заверил, что проблема уже в скором времени будет решаться. В Крутоберегово запланировано строительство медицинского учреждения для врача общей практики. Проект здания уже есть, он прошел государственную экспертизу. Стоимость строительства 144 миллиона рублей. Работы должны начаться в следующем году. По словам врио губернатора, в этом властям готовы оказывать помощь рыбопромышленные предприятия.